Приветик, не спящие. Ну что, опять великое может быть? Может быть, там будет действительно что-то интересное, посмотрим. Хотя я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Надо бы вспомнить мне управление. Эта дрянь прямо здесь. Но от меня она ничего не получит. Тихо. Аккуратно. Не надо грязи. Праздничком. Каким праздничком? Угощайтесь, дорогой. Сегодня все бесплатно. Да ладно. Ты все врешь. Так не бывает. Это не Россия. Нет! Включи! Можно эту хрень кидануть? Можно. На, лови, маленькая дрень. Как тебе такой подарок? Не-а. Ты охренел, что? Ах ты, маленькая дрень. Так, я вижу эту дрень. Вторую, которая тут охотится за мной, но она... Она не получит моего мяса. Она не получит мой скафандр. В самом начале игра мне сказала... В самом начале игра мне сказала, что... Что я в скафандре, потому что воздух загрязнен. То есть мне не рекомендуется снимать скафандр. Ну, как бы. Я вот смотрю на этих людей, которые сейчас свободно перемещаются. По этому миру. И, откровенно говоря, им плевать, загрязнен воздух. Или нет. И как по мне, что-то в этом не так. Ну, то есть понятно, конечно, что это прошлое. И что здесь немножко все по-другому. Но твою мать! Что здесь, что там воздух одинаковый. И какая разница? Какая, твою мать, разница? С праздничком. А эту хрень, кстати... По-моему, швырнуть нельзя вообще, да? Я ведь прав? Я прав. Может быть, тебе водочки, маленькая дрень? Эта водочка подождет. Тут другая маленькая дрень выползла. Только не ешь меня. Дай сюда мне водочку. И держи, маленькая... А, ну да, конечно, конечно. Конечно, конечно. Как же иначе? С праздничком. О, хот-догис. Супер. Повалявшуюся в земле хот-дог. Я надеюсь, ей понравится. Держи сосисочку, деточка. Ах ты ж. Деточка потерпит. Держи сосисочку, деточка. Вкусненькая, грязненькая. Прям как ты любишь. Как тебе такой подарок? Не-а. Я ее грохну сейчас. Серьезно. Я залезу туда и грохну ее фонариком. Дрень. Так, нет, со мной охотится другая дрень. Может быть, все-таки здесь что-то есть? Хотя здесь лучше надолго не оставаться. Иначе прикончит жена. Слушай, ты меня достала. Как же она меня заколебала. Просто пипец. Если бы можно было кинуть ей что-нибудь в лицо, я бы это сделал. Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно. А, не успел, ублюдок. На. Как тебе такой подарок? Не-а. Сорока недоделанная. Где-то здесь конец, да? Где-то здесь обрыв был, вот. Это конец. Это пипец. Аркоманская игра. Окей, на. Жри, тварь. Как тебе такой подарок? Не-а. С праздничком. Только сегодня и только сейчас. Вот он, обрыв. Я пытаюсь доперечь, что мне делать. Здесь-то я могу находиться сколько угодно без фонаря. В принципе, здесь есть два предмета. Это гелий и водяра. Попасть на ту сторону просто нельзя.
Хорошо. Перемещаемся сюда, пытаемся что-то провернуть с Гелием. Бабушка Гелий нужен? Не нужен, окей. С праздничком. Иди нахер. Угощайтесь, дорогой. Так, сегодня нет. Все бесплатно. Это не надо. Только сегодня. Надо Гелий. Гелий, кому-нибудь Гелий. Бесплатный Гелий. С праздничком. Нет, видимо, никому не нужен Гелий. Пойду схожу на ту сторону. Может, только кому-то понадобится. Гелий, халявный Гелий. Кто-нибудь, купите Гелий. Гелий, халявный Гелий. Проституточки? Нет, вам не нужен Гелий. Жаль. О! Вот здесь можно находиться мне бесконечно. Мне нужен шарик. Мне нужен новый баллон. И спирт. А спирт зачем? Что бы ты спросил? А ты сам как думаешь, зачем мне спирт? Шарики красить? Ладно. Тут даже мое участие не понадобилось. Грубо говоря. А, кстати, вот этого льва зовут Бонифаций. Я вспомнил. Ну, конечно. А как иначе? Да переключись ты уже. Вроде бы. Шарик, говорит, ему нужен. И спирт. Только сегодня и только сейчас. Ой-ой-ой. Выиграй медведя. Исчезни. Исчезни, дрянь. Оп. Бухлишка. Где бухлишка? Куда я дел бухлишка? Ага. Нашел. Пойду обратно. Хоть. Только сегодня и только сейчас. Выиграй медведя. Только сегодня и только сейчас. Получи бесплатно бабушке бутылкой. Странно, здесь фонарь работает бесконечно. Держи. Грустный клаван. За шарик спасибо. А поговорить ты не хочешь со мной? Видимо, значок завис. Окей. Не вопрос. Я очень сильно надеюсь, что на этой стороне эта дрянь за мной не будет бегать. Приз. С праздничком. Как она достала. Как же она достала. Прям почти какая-то маленькая дрень в заборе. И почти как это гадкое управление. Эй, лови шарик. Вот это другой разговор. Кто-нибудь выпарите ее хотя бы. Родители позовите, потому что это ну несерьезно. Что это за воспитание? Сидит маленькая дрянь на заборе. Просит что-то. А что? Не говорит. Вообще ключ держит. Охренеть просто. Ой, здесь лучше, наверное, не появляться. Вообще. Но я появился и чпокнулся. Вы мертвы. Да что ты? Правда, что ли? А мне показалось, это все дурной сон. Водяру, на? Хорошо, хоть здесь чекпоинт был. Уже что-то. Дай шарик. Шарик отдай. Как я ненавижу эту игру. Не, ну в принципе я почти все игры ненавижу. Но бывали исключения. Недовольно часто исключения, между прочим. Но есть игры, которые ненавидеть... ненавидеть просто нельзя. Как раз таки в это число входят практически все игры на Unity, которые когда-либо существовали. И как же раздражает вот этот чертов фонарь. Почему нельзя было сделать постоянным его? Почему меня постоянно вынуждают его переключать? Это нифига не круто. Вообще не круто. Никак. Просто никак. А в этом, в другом мире, оно закрыто еще, да? Закрыто. Вот, кстати, странно. Я вроде бы... ворота-то в прошлом открыл, а в будущем они почему-то закрыты. Фигня какая-то. Впереди множество разломов. Самый короткий маршрут до дома через крыши. Хорошая мысль. Чпокнула. В этой больнице наверняка есть выход на крышу.
Сейчас сталкер начнется, смотри. Сейчас полезу. Дверь повреждена. Стрелок! Из подвала вылезает этот, как там его, ну который консервные банки покупал. Что здесь, что в прошлом. Прохода нет. Подожди. Написано 3 или 5. Но на самом деле это 6. Ну 6 так 6. Пойдем внутрь. Я надеюсь, игра сделала мне чекпоинт. Ничего нет. Понял, понял. О, нет. О, обед. Наркомания чертова. Давай назад в палату. Тазер у него отнять и стрелять ему в задницу. В смысле, в какую палату? Почему в палату? Я же космонавт. Что сразу в палату-то? В палату-то, да. Вернее, в палату-то. Стреляем без предупреждения, да? Кошмар. А если появиться за ним? Здорово, мужик. Как дела? Шокером не бей только. А ну давай, назад в палату! Я не успел. Это конец? Нет, это не конец, это отвратительное управление. Просто говно. Вот смотри. Демонстрирую. Ты берешь, нажимаешь Q. Перемещаешься сюда. Нажимаешь еще раз Q, не перемещаешься. Вернее, перемещаешься, но с долгой-долгой задержкой. Ты уйди, костюм-то. Иди нахер. Костюм, не костюм, плевать мне. Так, куда? Какую дверь? Пошли во все тыкаться. Надеюсь, он меня не чпокнет сейчас тут. Шокером. Нет, нет. Тоже нет. Тоже нет. Ух ты. Это он, что ли? Вот это он? Который из прошлого. Который там у входа стоял. А. В самом деле не похоже. Черт, какой этот все-таки скелет сексуальный, даже после того, как она умерла. Да. Не подходит. А я тут дверь тыкал? Вроде тыкал. Но я все равно еще раз тыкну. Потому что можно. Так, что тут? Лифт. Сломанный, я так понимаю, в будущем, да? И лестница. Что могло такого произойти, что его так раскорежило? Там как будто кто-то внутри гранату взорвал, и то граната такой след не оставит. Враки? Все это враки. На нем, кстати, скорее всего, можно кататься, но в прошлом. Какой странный рисунок. Очень странный рисунок. Что это? Какие-то черные люди. Ты восстанешь. Что за херня? Это еще что за приколисты? Ладно. Видимо, это так и должно было быть. Туалет. Ой, а сверху там кто-то живет, я смотрю. А ну-ка, оп! И отсюда ключ. Тести. Ваня, блин, да чего тут развел опять? А ну давай в палату. Ты не понимаешь. Это более шедевр. Жесть какая. Они... Ты откуда такой взялся? А ну давай в палату спать. Вы мертвы. Неправда. Это все сон. Наркоманский... сон. Загружаешься, и все сразу нормально становится. Они актеров озвучки набирали еще из подъезда, что ли? Вы услышали этот пипец, да? Просто мрак. Что это за хрень такая? Ее можно кидать. Забавно. Скорее всего, эта хрень нужна той мухе наверху. Пожалуй, пойду и поздороваюсь с ней.
Почему бы и нет, в конце концов? Муха. А, санитары. Сволочи те еще. Мне вот интересно, я наркоман? Нет, я не наркоман, я нажал на кнопку. Я молодец, и я еще кое-что проверю. Вернее, кое-что. Ну, мало ли. Может, там пипец какой был. Держи. Да, прям по радиусу швырнул, молодец. Я так понимаю, нужно две таких, да? А, нет, смотри. Им норм. Можно пройти? Благодарю. Что такое? Красный цветок. Забираю. До свидания. Странные создания. Что там написано? Рентген. Окей. А здесь что? Препараты? Препараты. Окей. Ну, я нашел цветочек. Зачем он мне только? Нафига я ключ воровал? Кстати, интересно. На первом этаже, который остался. Ну-то посмотрим. Нифига себе, тут кусок стены отколупался. Вернее, отвалился. Мощно, мощно. Месье санитар, гуляй отсюда. Ух, я бы в него зарядил. Каким-нибудь цветочком. Или появляешься из будущего в прошлом, и фонариком его так по башке тюк. И вот такой вот скелетик здесь должен был образоваться, но, видимо, нет. А, кстати, зачем я здесь? Такой экзистенциальный вопрос, на самом деле. Но не в рамках игры. Закрыто. Закрыто. Есть санитарус. Гуляй отсюда. Закрыто. О, а там какая-то самка ходит. Пошли поздороваемся. Какой у них интересный выход на крышу. А пожарной безопасности, видимо... Они не слышали. Собака с пистолетом рядом лежит. Ты же тоже... Ты что, отсылка к Джону Уику, что ли? Нет, не похоже. Комбинезон больше на фалачевский похож, вообще-то. Не, на комбинезон жителя убежища из Fallout'а. Хм, эта дрянь меня кольнет или нет? Ну-ка, оп. Мадам, смотри, что у меня есть. Ай, тут. Нет. О, да! Это какая-то магия. Представляешь, у нее, видимо, сумочка магически волшебная. Дай сюда. Ладно, проделаем всю эту хрень заново. Подумаешь, чекпоинт это для слабаков, они не нужны на самом деле. Кому они нафиг сдались, правда? Подумаешь, полчаса проходил какой-то сраный уровень. И таких успокаивали, как тюкает тебя по башке сумочкой, а у нее там, видимо, кирпич. Или еще какая-нибудь хрень. Ладно, пойдем дальше. А нафига мне вообще цветочек, кстати, был нужен? Мне просто интересно. 15, 16. Какая-то странная нумерация у нее здесь. Ну окей, окей. А куда мне вообще нужно попасть? Палка в лифте. Вытащить нельзя. Ключ, кстати, скорее всего, от этой двери. Но зачем мне тогда отвлекать мух? Зачем мне проделывать всю эту херню? Какая-то странная игра. Хотя неудивительно. Неудивительно. Самый же первый квест буквально говорил, что... Практически все квесты в этой игре будут хреновыми. Вы же помните, да, в самом первом квесте вообще ничего никто не объяснял. Просто текст. Нужно включить систему. Все. И включай ее как хочешь.
Хоть рубильником, хоть палец в нее воткни, но включи. И никто не объяснил, что надо, оказывается, лампочку достать и воткнуть ее. Нет, что вы, зачем нам это объяснять? И просто для сравнения, тот же, допустим, возьмем Моровинд, да? Довольно древняя игрушка, которой тоже не объяснялось, что делать. То есть появлялась надпись в дневнике, вернее в журнале, что вот я такой молодец, я прибыл в Моровинд, мне надо что-то сделать. И ищи сам. Ну твою мать, там был дневник. Там объяснялось, куда идти, что делать в этом дневнике. Не прямо, конечно, не прямым текстом, но все-таки это было. А здесь вообще ничего нет. Здесь просто говорят, решай. И а как, нет, не важно. Мир, я тебя люблю. Мои поздравления. Ой, гроза. Я так понимаю, если долго находиться в прошлом, то чебурекнет молнией. Это конец. Это начало новой жизни этого космонавта. Возможно. А может быть просто сон. Может быть просто бредни наркомана под дозой. Мало ли. Есть мост какой-то? Ну, вроде есть, ну-ка. А, нифига там нет. Направо идти нельзя. Ого. Какой прикольный осьминог. Наверное. Может быть и нет. Что здесь за наркоман жил? Я надеюсь, что Чигра. Да, именно. Именно она. Я надеюсь, что игра сделала для меня чекпоинт. Не придется проходить сюда заново. Кстати, он когда бегает, он прям скользит. Жестко так скользит. Что? У вас есть специальный рубильник для того, чтобы шторы двигать? Прикольно. Прикольно. Понятное дело, что это мост. Но все-таки стоило потыкать, правда? Ого! Монолит здесь, походу, живет, да? Сейчас полезут из всех щелей. Умирай! И всякое такое. Монолит. Компас. Ох, ни хрена себе. Вот это локация. Что здесь разруха, что там разруха. Какая разница? Зачем мне эта книга? Мне тоже интересно. Зачем? Зачем мне эта книга? Зачем мне эта книга? Кто-нибудь сделайте ремикс этой херни. Это было довольно забавно. Ну, видимо, незачем. Пойдем отсюда. Это прошлое. А, мне еще кнопочку держать надо, да? Ну, охренеть теперь. Грядет. Чего? Спаси наш космический человек? Или комиксы человек? Что-то из этого? Нет, космический человек. Видимо, не спас. Мужик какой-то. Эй, мужик! Стой! Не прыгай! А смысл? Я одинок. Трачу жизнь в дурацком офисе. Если я исчезну, никто и не вспомнит. Да и мир все равно скатится в тартарары. Да, ты прав, наверное. Я вот из будущего пришел, и ты бы знал, что я там видел. Я думаю, что мир можно спасти. Спасти души людей. Но с каждым днем я убеждаюсь, что их не нужно спасать. Они сами выбрали свой путь. Может, вместе прыгнем? Пожалуйста, не прыгайте с ним.
Я тоже хочу мир спасти. Забавно. Но, честно говоря, у меня нет настроения для коллективного самоубийства. Знаешь, я даже роман об этом написал. Думал, это поможет. Выплеснуть все на бумагу. Но... нет, людям это оказалось не нужно. Я в лишний раз убедился в том, что я простое ничтожество. Нет, хватит. Нельзя сдаваться. Подожди немного, не прыгай, ладно? Не стану обещать. Такой ветер... может, мир меня сам и убьет. Давайте еще тише диалоги делать, да? Спасти душу человека. Хотел бы я знать. Интересно, а у меня есть душа? У тебя, Элнайн, точно есть. Все? Мне кажется, договорились. На чердаке была книга с его портретом. Ей, пойдем заберем. Ну, со звуком здесь реально какая-то проблема. Не может быть, это у меня что-то с наушниками не так, но диалоги просто, ну, очень тихие. И люди, которые озвучивали всю эту хрень, буквально себе под нос бубнили. Ну, грубо говоря, конечно, но все-таки. Режиссер, который занимался звуком... его это может переубедить. И вот прям по шапке надо чпок. Разок. Ну это не серьезно, это не смешно даже. Если я прибавлю громкость... похоже, дверь повреждена. Ты сам ты поврежден, наркоман. Если я прибавлю громкость, то диалоги будут относительно нормальными. Но тогда музыка будет орать. Бэкграунд будет орать. А если я убавлю полосочку громкости, то будет примерно вот это. И самый прикол в том, что здесь нет настроек. Они есть в меню. Они здесь. Не просто настроек звука, вообще настроек. Охренеть, правда? Да и впрочем, даже если бы они были, там всего одна полосочка громкость. И любись как хочешь. Вернее, вот. Любись как нравится. Я принес из будущего твой роман. Тебя ждет успех. Не бойся отнести рукопись в издательство. Что? Откуда ты его взял? Я же из будущего, помнишь? И там он издается огромными тиражами. Не могу поверить. Неужели это правда? Это точно не галлюцинация? Точно. Не прекращай работать. Людям это нужно. Да, ты прав. Нельзя прыгать. Спасибо тебе. И удачи. Ай, убедил! Ай, молодец! Да только вот... не ради людей он это делал. Не ради спасения. Какой странный человек. Я рада, что вы с ним не прыгнули. Не волнуйся, у меня есть дела поважнее. Дело надо это ради денег. Денег и славы. Вот стоит человек на краю, блин. Что-то не так. Вот написал, отдал, а не нравится. Не так. Ну не то. Не читаю. И что? Ради славы, что ли, он? Это делал все. Вернее, ради того, чтобы людей спасти. Дать почитать что-то интересное? Нет. Похоже, эта дверь повреждена. В деньгах дело. В деньгах и... самолюбие. Вряд ли она откроется. Нифига себе, да ладно. Нам что, сюда? По сюжету? А зачем тогда можно было... куда мне теперь идти? Достать... предварительный анализ показал наличие тоннеля. Ладно, разберемся. Зачем можно было вначале достать красный цветочек из того... кокона? С какой целью? А, и все, и меня уже не пускают ни туда, ни сюда. Класс. Вернее, меня не пускают обратно ни там, ни здесь. Что поделать? Пойду гулять тогда. Я лопатку нашел. А это не лопатка, это грязь какая-то. Окей.
Сойдет. Чего написано? Вот последняя буква на Е не похожа. Наркомания какая-то. Это дверь, через которую я пришел. Логично, что она работает. А эти двери, разумеется, все закрыты. А зачем дверь открывать? Это ж лишнее. Это, кстати, катсцена уже пошла. Любое резкое движение, и я стреляю! Фига себе, немец. Если вы хотите уйти отсюда живыми, то делайте, что мы говорим. Я же говорил, что сталкер начнется. Ну, правда, это скорее Бэтмен, чем сталкер. Черт, вот. Надо как-то помочь этим людям. Как же шутки про маслину. Помочь он захотел. Шутник хренов. Это может пригодиться. Конечно. Книжка. Видишь, идешь такой по дороге. О, книжка лежит. И сам себя спрашиваешь, а зачем она мне нужна? Да? И не берешь книжку. Идешь дальше, видишь, мартышка лежит. А между ее тарелочками ток бьет. О, вот это нам пригодится. Вот это нам нужно. Вот это 100 пудов вам прям пригодится, понадобится, да. А можно внутрь зайти? Не пускает меня туда игра. Ну, ладно. Здесь, в принципе, все равно никого нет. Оу. Может быть и есть. Это что за хрень? Можно полапать. Какое необычное растение. Анализ показал наличие сильных снотворных веществ. Намек ясен. А зачем мне тогда мартышка? Слушай, да это реально прям сцена из Бэтмена. Самая буквально... Вернее, почти самая первая, когда Джокер грабил банк. Просто гляньте на это. Серьезно, похоже ведь. Похоже. Очень похоже. Ой, бомба. Надо туда, наверное, мартышку кидануть. Классная маска, чувак. Да смотрите, они прям на сбербанковских рабочих похожи. Жесть. А, уронил. Подожди, а почему они у растения? Я просто переключился в другое время и... То есть его нельзя вынести. Ну, зашибись. Просто зашибись. Хорошо. Дай мартышку. Где тут эта хрень? Вот сюда надо уронить мартышку. Кто-то связанный лежит. Где-то здесь. Ага. Супер. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что это будет работать примерно так. Цветочек нельзя вынести. Нельзя вынести цветочек, но можно... проявиться где-то подальше. Надо так появиться и вернуть и исчезнуть. Черт. Ок, хорошо. Дай сюда. Какой легавый. Какой легавый. Вы что, больные что ли? Посмотри на мою одежду. Он без сознания. Да ладно, брось. Я надеюсь, там все получилось. Е-е-е. Супер. Все уснули? А, достаточно было одного, и все уснули. Супер. Вообще отпад. Так, мне это сюда. Я не уверен, зачем оно мне, но я попробую. Нет. Видимо, не за этим.
После активации у вас будет 10 секунд. Постарайтесь не убить нас обоих. Не вопрос. Видимо, этой мартышкой надо было отвлекать их. Ясненько. Не упадет? Не упала. Здорово. Значит, нам ее куда-то надо отнести и побахнуть ее. Нет, ты ее возьми. Можно? Понятно. Да, что за... А, этот тоже уснул. О, 101-й, что ли? Не похож вроде. Какая-то хрень. Чем закрыт. А в окно можно выкинуть? Наверное, нельзя. Закрыто. Закрыто. Поползли тогда. Вниз, что ли? Здрасте. Этот тоннель ведет прямо в жилой квартал. А, ну так его мы взорвали. Только сначала я полутаюсь, окей? О, а это Винчестер, кстати. Что он тут делает? Пожалуйста, приди. Да не вопрос. Оп. Я пришел. Нужно его развязать. Здрасте. А, спасибо огромное. Я уж думал, нас убьют. Тебя-то? Этого оставь мне. У меня с ним личные счеты. Какого? Фига себе. Василий! Василий, не надо! Василий, не надо, что... Нихера себе, Василий, ты прям... Кулак. Вася, кулак. Будем тебя так звать. Охренеть. Как он так смог? Подходишь к человеку, бьешь его в бедро, он падает без сознания. Охренеть. Кстати, вот это уже парадокс. Видимо, эта игра не очень дружит со временем, в принципе. Ну ладно. Василий молодец, Василий ублюдка грохнул. Но мне надо бомбу здесь заложить, поэтому. Подождет. 10. Ой. 9. 8. Пойду я 7, отсюда. 6. Подальше. 4. 3. 2. 1. Бум. Отлично. Похоже, было достаточно вползти просто на другой этаж, но. Да ладно. Нет, что? А там хранилище. Давай, 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 давай. О, как он быстро идет. А можно мне в хранилище? Оп. Сейчас турель такая. Пи-пи. О, деньжата. А запрыгнуть не дают. Ладно, пройдем по деньгам. Какие вопросы? Выхода нет. Выхода нет. Всякое такое. Лучше здесь не перемещаться, я так понимаю. Часто кончается время и все. Ваше сердцебиение участилось. Все в порядке? Да, это мой дом. Спасибо, Элнайн. Обозначить следующую точку на карте? Нет. Я надеюсь, не придется. Ты думаешь, ты останешься здесь жить? Чего? Поречная. Что-то городом шкур запахло. Почему перестал работать? Потому что ты в здании. Я же тебе говорил, в здании эта хрень не работает. По каким-то очень странным причинам. Черт, почему он перестал работать? Тоже интересно. Я знал этих людей. Мои соседи. Неужели все закончилось настолько быстро, если их портреты до сих пор тут висят? Нет, все заканчивалось. Она выследила меня. Очень долго, потому что эти портреты там как раз таки и висят. Он не страшный. Ну работай же. Знаешь, он не страшный. Он прикольный. Даже скорее смешной. Он меня даже здесь не догонит никогда в жизни. Он вряд ли сюда поднимется. Хотя он довольно большой. А, понятно.
Ладно, Катя, Цой жив, в космосе лучше, чем на улице, но я не ожидал от этой игры чего-то другого. Работай, ну работай же. А он не работает. А все, хана. Да что ж такое, работай, черт тебя дери, только не сейчас. О, нет. Ну ок, и что же мне делать? А, может быть, подвинуть ящик? Как вариант. Я режиссер звука этой игры вот реально по голове бы похлопал пару раз. Просто пипец. Кошмар какой-то. Закрыто, закрыто. О! Консервная банка. Ты что, издеваешься? Евкакий, мать твою заляжку. Давай! Консервными банками лестницу снимать, это, конечно, мощно, мощно. Наверх! Кусок ты... двигаем стол, зачем, не спрашивайте. Просто потому, что я так могу. Отстань! Отстань, дрянь! Ой! Да ладно, да тебе показалось, это все неправда. И как мне его обгонять? Если он догоняет меня, пока я стол двигаю. Мне нужен разбег. Шкаф не падает, ну и хрен с ним. Банка раз. Пошла. Банка два. Я говорю, эй, банка два. Понеслась. Наверх. Наверх, говорю. Давай, 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 давай. Оп. Бежим дальше. Двигаем столешницу. Вернее, стол. Давай, давай, быстрей. Он, кстати, ускоряется. Этот черный ускоряется. Ну и я на месте не стою. Закрыто, закрыто. Здесь, здесь нужен ключ. Ключ. Зачем ты здесь? Руль. У меня есть руль. Не нужен тут ключ. Давай. Быстрей. Лютая наркомания. А мне бегать не дают, кстати. Походу все. Походу он меня больше не достанет. Да что ж такое? Работай, черт тебя дери. Только не сейчас. Чего не сейчас-то? Можно уже спокойно ходить. Даже бегать не дают. Я так понимаю, это его квартира. Единственная открытая. Оп. Наконец-то. Фонарик сработал. Ух ты, настоящий космонавт. Идите все. Это... Правда, что ли? Это не то время. Дядя, дядя, а вы уже были в космосе? Да, малыш. Был. А возьмите меня с собой. Я уже все уроки сделал, ну пожалуйста. К сожалению, я не могу тебя взять с собой. Это был я. Все это время. Это был я. И что? Их здесь нет. Может, они все-таки пережили этот шторм? Какой шторм? Так, соображай. Что теперь делать? Статический ад. Военный, ай, как смешно. Должны были сохраниться черные ящики. Обхохочешься. Сейсмической активности. Да, отличная идея, Элнайн. Я могу попробовать закинуть их в прошлое, предупредить людей. Спасибо, Элнайн. Что бы я без тебя делал? Скорее всего, умерли бы. Но ничего, мы в одной лодке. Маршрут построен. Кратчайший путь через оранжерею. Через ботанический ад? Ты имела в виду. Маленькая дрянь, живущая в рюкзаке. А можно мне вернуть shift? Без шифта и игра не та. Шутка. Блин, без шифта нет, неприятненько, скажем так. Оп. И все-таки, зачем там нужно было кормить насекомых и доставать красный цветок? Может быть, он нужен был для того, чтобы отвлечь как-то охранник и что? Да ладно.
CCCP. Иронично. Человек пытался прибрать к рукам флору и фауну. В итоге на Земле осталось все, кроме самого человека. Если бы не этот шторм, каким бы все было? Я тебе покажу. А может, в масштабах Вселенной человек и был губительным штормом? А теперь все именно так, как должно быть? А какой тогда вообще в этом смысл? Самый ужасающий факт о Вселенной не в том, что она враждебна, а в том, что она безразлична, и все, о чем вы говорите, не имеет никакого смысла. Что было, то было. Нужно научиться принимать это и даже любить. И только тогда жизнь обретет смысл. Забавно слышать это от ИИ. Наверное, ты права. Может быть, в ней заложен краткий курс психологии? Ага, смешно-то как, да? А, впрочем, любители фильмов о будущем, вернее, режиссеры, которые снимают фильмы о будущем, частенько пользуются такой вот хренотенью. А в ней заложен краткий курс психологии, поэтому она ведет себя как человек. О, отлично! Вы привезли навоз. Наложите его у входа. Я тебе сейчас наложу. Нет, я просто хотел... Мне некогда входа. Спорить. У меня куча дел. А я сейчас в прошлое отправлюсь. Вернее, в будущее. И тут фонарик не работает. Не работает. Ё-моё. Какая жесть. Сейчас отправит. Давай сам посмотрим, что здесь. Уф, вот уж действительно триумф природы. Брось, какой триумф. Если бы здесь все было радиоактивно, то ничего подобного здесь, скорее всего, не росло бы. И так что это явно не атомная, не ядерная война, что в принципе уже хорошо. Но вот по какой-то причине загрязнен воздух. Что-то какой-то подозрительный цветочек, ну его нафиг. Я много игр видел и во много игр поиграл. Если этот цветочек свалит к космонавту, то считай, с девственностью можно попрощаться. Хотя он вроде и так не девственник, все-таки жена была, вроде бы. Ну-ка, а если в цветочек зарядить? Заряжается. А это навоз, наверное. Чего он делает? Я вот подхожу, нажимаю F, и навоз исчезает из руки. Ладно, видимо, это норма. Вернее, видимо, это в порядке вещей. Игра очень странная. Она пытается цеплять какие-то темы, которые для нее очень далеки, которые ей не подвластны. Это... Может быть, конечно, не комедия, но она не претендует на что-то очень серьезное. Она не претендует на звание хоррора, психологического триллера или чего-то подобного. Это просто игра. В стилистике 60 секунд, и она нифига не страшная. Она не страшная, не грустная, и вообще... Специально для таких, как вы. Его научное название вам все равно ничего не скажет. Пытается цеплять какие-то темы философские. Но они не для нее. Обожает. Ну ладно, вам незачем это знать. Ла-ла-ла. Если я появлюсь здесь, меня, скорее всего, чпокнет. Это ведь тот самый его малыш. Да. И он обнимает своего создателя. Как мило. Грустно, но мило. Кажется, у него там ключ от выхода. Как бы его спустить вниз? Может, принести ему его любимый коктейль? Да, это может сработать. А чем он уже... Чем оно питается? Что оно такое? Это же не Венерина мухоловка, правда? Что здесь написано? Понятно, игра не хочет мне говорить, что там написано. Сюда нельзя. Черт, какие же ингредиенты он использует? Это тоже интересно. Наверное, лучше здесь не появляться. Оп. Ну, в принципе, можно пройти и в будущем, что супер разницы нет. Лейка. Дай мне лейку. А, это крафтить здесь надо. А, вот поэтому они исчезают из руки, понятно. Ну, окей, окей. Можно методом тыка, конечно, попробовать. Можно найти что-то.
А, давай методом тыка просто намешаем всякое говна. Точнее, всякого говна и хрен с ним. Еще вот этой байды, Пургена туда запихнем. Вообще не вопрос. Еще вверху какая-то хрень была, во, давай. Ща я тебе намешаю. Готово. Кстати, а можно проявиться вот здесь? Удобрение. Прикольно. А, 4 штуки. Наверное, это подсказка была. Что там что-то плавало? А, это... был иллюминатор, но... почему-то в этом времени его нет. Ну-ка посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, он меня не чпокнет сейчас. Чпокнет, чпокнет. Хорошо. Держи. Понятно. Это не то. Пойду мешать дальше. Так, поставь-ка эту хрень на место. Молодец. Нам нужна зеленая байда. Вот она. Засовываем. Помимо зеленой байды нужна эта хрень. Суем. Хорошо. Так, глина нужна вот эта, вернее, вот этот уголь какой-то странный. Вернее, черный порошок. И это вот фиолетовая хрень. Пурген, наверное. Почему Пурген, даже не спрашивайте. Точнее, спрашивайте. Пурген, потому что фиолетовый. Ж. Нет? Серьезно, нет? Не оно? Что ж, ладно. Ладно, не вопрос. Мы с вами продолжим в следующий раз, потому что я немножечко устал. И, пожалуй, пока что хватит. Вроде на 8 уровней. Скорее всего, игра где-то вот досюда. Это значит где-то уровней 20 плюс-минус. Ну, не очень много, но считай, половину игры мы приблизительно уже прошли. Ну, забегайте, что ли, там. Лайки понатыкайте. Наверное. Посмотрим, как вам игра. Понравилась или нет. В общем, такие дела.